В минувшие выходные дни столица встречала предстоятелей православных церквей. Москву посетил блаженнейший патриарх Александрийский, всей Африки Феодор, а также блаженнейший митрополит чешских земель и Словакии Христофор. Вместе со святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом гости совершили божественную литургию в храме Христа Спасителя в день памяти святителя московского Филиппа. В минувшее воскресенье в столице состоялось открытие 20-х международных рождественских чтений. Традиционно их предварила божественная литургия в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. В этот раз богослужение возглавили блаженнейший патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и блаженнейший архиепископ Пражский, митрополит чешских земель и Словакии Христофор. Служение молились как простые жители столицы, так и многочисленные участники рождественских чтений, прибывшие в Москву из епархии Русской Церкви в России и зарубежье. Во время литургии прозвучали слова Спасителя из Евангелия от Матфея. И Господь говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Покаяние требует особой духовной силы и способности бросить вызов не окружающим, что иногда мы делаем, действуя по гордыне и самонадеянности, а бросить вызов тому, кому бросить вызов тяжелее всего – самому себе. В дар предстоятелю Александрийской церкви святейший патриарх Кирилл преподнес образ нерукотворного Спаса, а главе церкви чешских земель и Словакии – образ Божьей Матери с предстоящими святыми Феодосией и Антонией Печерских. Я хотел бы сердечно приветствую вас, ваше блаженство, пожелать вам помощи Божией, крепости сил. Вы после посещения Москвы поедете с миссионерской поездкой по 14 африканским странам, в том числе и по тем, где убивают христиан. Мы будем молиться за вас и просить Господа, чтобы Он укрепил вас в ваших миссионерских трудах. И прошу помнить, что Русская Православная Церковь всегда готова подставить плечо и помочь в этой миссии. Потому что там, где опасно и трудно, там все мы должны быть вместе, провозглашая великие заповеди Христа Спасителя. Еще раз всех вас, мои дорогие, хотел бы поздравить с воскресным днем. И благословение Божие, покров Пречистой Царицы Небесной, молитвами святителя Филиппа, митрополита Московского, память которого мы ныне сегодня празднуем, да укрепит нас и благословит воплотившийся ради нас Спаситель для служения Церкви и народу нашему. Аминь.